от Санта. Миссия под названием «Исследование на острове Колгуев». Оп, я медичек, и надо набрать что, медицины? Хотя медицина у меня навалом. Предпочту лутануть себе патроней. Возьму гранаток. ГПшек хапнул, которые мне не нужны. Это мне не надо, это у меня есть. КВшка 145. Санта КВ. Собственно говоря, наша задача удержать вот эту базу и не дать, чтобы атака русские не забрали у нас F-22, который вот этот вот в ангаре стоит. И что, дядя? Если меня ёбнут, самолет можно взорвать тогда, когда он поедет. Я понял, да, я знаю. Блин. Выжить как-то, я не знаю, если получится. Не, братан, ты как-то, блядь, чистоту ошибся. Ты слышишь, нет? Он в ДВХ? Нет. Он в ДВХ у тебя говорил через КВ, наверное. Фредерик тут? Нахуй так делать-то, ёб твою мать. Закинь ему хедшот. Ты сейчас не слышишь, да, его? Шо, нет, здесь? Нет, не слышу. Он ДВ настроил на, по КВ частоте. Это опять свои топ-каналы, ублюдские, наверное, блядь. Ну, скорее всего. И я пойду спрячусь и буду контролить отъезжающий F-22. Будем сидеть в этом бункере. Бункер нормально, все четко. Можно разбить все стекла в доме? Не можно, а нужно разбивать все стекла. Пошли, в принципе, нужно соберите этот осколочный выстрел. А он не бьется, он же этот. Вышка рушится, а этому бункеру вообще похуй. Причем с первого этажа. Да нет, он сильно тут это масштабный, то есть тут не будет это. Нам надо так сесть, просто поделиться. Вот смотри, вот с этого окна четко прям просматривается этот F-22. Но мы не просматриваемся слева. Один в окно пялит к подходу к нему, один вот тут за бункером сидит. Если прилетит, ну тут, вот тут чувак живой останется 100%. Бля, нахуй я это в КВ говорю? Ну да, тебе бинокль есть? У меня нет. На. Давай. Сиди, сиди. Ну пошел вон. Сиди, сиди, ничего страшного. Так, а ты кто, пулеметчик? Ребятчики, это опасно, Фредди. В бункере на юге будет чувак с отышкой. Если на мой прицел. Он окоговский, но... Ой, коллиматорный, но получше тебе стрелять будет. Идите жопу в бункер, блядь, и взрывайте самолет, когда он поедет. Слышишь, что говорю? Да-да. На, бери мой прицел. Хотя толку больше будет. Он коллиматор, но все равно нормально стрелять можно. Ну лесок с елочкой. Вот появилось. Пехи, пехи, отделение бежит, блядь. Азимут нахуй от бункера 0 север. Метку ставь в дополнительном канале. Туда, куда ты поставил.
отделение перебегает вот так вот. По черной, видите линию? Ставь в канале группу ставь. Поставил, видно? Да, видно. Принял. Значит, значит, внимание. Викинг, и кто там второй-то у тебя? Снайп. Начинайте маленечко гпшить. Не-не-не, рано. Только зашли в этот лес, только зашли. Дай им продвинуться по этому лесочку. Они прям вот за, в лесу за базой на 350 ровно. Они только в него вошли. Далеко еще. Ура, у нас всего по 8 гпшек. Я понял. Когда ты хочешь использовать? Дай им подойти поближе. Пускай поближе подходят. У нас 3 гпшника здесь. Где ты? Они только в этот лес вошли. Вот от нас с тобой они пересекали с севера на 340. Вот там, на верхушке, понял? Они сейчас будут гпшить в никуда. Подождать прям минуту, полторы и ебенить туда. 8 этих гпшек пускай вылетают. Да они в крону ударятся, блядь. Ну, тем более. Ну, пускай вставят, блядь. Я хотел две кинуть, чтобы, блядь, шугануть их нахуй. Есть. А, ну пускай сейчас шугают. Ну да, они есть, я прям видел, целое отделение перебежал. Там же лежит. Лежит там же, блядь. Возьму тебе 10. Прям по краю ангара смотришь. Ровно 10. Большая елка. Сосна стоит. Слева большая елка. Вот он прям справа от нее лежит. Я там согнал туда, я видел. Вот я в бинокль смотрю, я вижу, чувак лежит. Пролетело наш бункер, блядь. Пошли вниз. Слушай, летел где-то с северо-запада, блядь. Еще одна. Северо-восток, внимание, машина подъедет. Машина, кстати, подъедет. Северо-восток. Да бас принял меня, блядь, ё. Машина подъезжает, северо-восток уже, северный забор, блядь, внимание. Уже близко, блядь. Машина с северо-востока подтверждена. Да, да, да. Дымак данным. Ебать дыма. Да, я внутри. Не-не-не, мы кто-то с нашей кинул. Там нас снегу под забором. Кидайте гранат. Кидайте гранаты. Кидайте гранаты под северный забор, блядь. Прием. Откидали. Уралыч, может под горку, под ангар подлечь вот он? Попробуй. Возьму 20. Ну ангар же в зоне. Ну да. Я стреляю. Угу. Нашел снайпера, Саныч. Угу. А от тебя зиму 20 кусты. Я не буду вылазить, я тут лежу. Понял, добро. Я его согнал, он ушел.
Принял, принял, принял. Да я гранат кинул под ангар, потому что мы не просматриваем. Вдруг какой-нибудь подполз, пидор. Ага, понял, вижу. Понял, да, пока лежу, не... Лежу, пока не палюсь. Окей. Саныч попал в одного. Отлично. Но он не убил, он был ранен. Дымы, дымы пустил, дымы пустил. У тебя пулеметчик там урал, живой еще? Да, да. Сняли того, кто там? Я понял, я лежу, не шевелюсь. Вы там как в бункере? Ебашит по вам? Нормально, мне только что чуть ебало не прилетело. Да не высовывайся, заебал. Слушай, я думаю, может отвлечь, дым кинуть в сторону воды на 120? Не-не-не, не надо, зачем? Лежи, лежи, нормально. Тебя должны... Ты живой? Да, я живой, я живой. Ты пали, когда будут подходить именно к самолету, потому что я могу прокинуть прям влево-вправо от этого самолета. Понял. Вся остальная хуйня, это пускай стреляет там с расстояния. В дырке на 120, два пеха есть близко, прям под забором. Бля, дырка на 120 звучит так пиздато. Это из да. Я понял тебя, я лежу. Что у тебя происходит на северо-востоке, я теперь не вижу. Могут к тебе подойти, будут мать. Принял тебя. Викинг живой. По воде плывет. Азимут, блядь. Где Азимут?
Вирус на базе уже, на базе. В соседнем здании с нами. В центральном здании. Снял, снял на воде, снял. Возле здания на Украине есть. Живой Урал? Живой, живой, да. Ебать. Пулеметчик уже отъехал. Ебать по тебе хуярит тут. Бери пулемет, ебашь с него. Окоп перецепи туда. Сейчас, подожди. Джус молчус? Но. Снайп живой? Да, он есть. Я понял, бейтесь, бейтесь. Говорить ничего за и против, но этот пловец одинокий по воде, блядь, который там плывет. Рандом. Совершенно верно. Я даже знаю, кто это, блядь. 100%, 300%, блядь. Ты тоже, да, знаешь, кто это? Блядь, сука, с 20 серого столько конкретно какой бункер, будь солнце не дает, нихуя. Пристрелялся, да? Снайп, прием. Двигаем КВ. Давай на мою стандартную частоту уходим. Давай. КВ. Да ее все знают. Ты, если можешь, контроль жопу этого ангара, потому что я на центральный вход с воротами в базу смотрю маленько. Контролю, как могу, контролю. Принял. И твой пердак контролю, берег, и на северо-восток еще за ангар маленько. Красавчик. Один трупик у нас уже для амбара есть, его кто-то приебенил, блядь. Да я тут это прокидывал эти гранатки помаленьку. Сейчас будет пробираться к самолету, если я не ошибаюсь. Угу. Сейчас вот на кого выходим, дуракам, блядь. Да, база сейчас. Сушки, блядь. Не вылазь. О, ГП. ГП по смотровой. С вышки. Зеленый. И по вам. Живой? Урал. Так, одного приговорил.
Урал, живой прием. Живой прием. Центральный выход, один вылазил, убил его. Отлично. По вам ГП шит не вылазь, там пиздец. Центральная база бегает в ворота. Принял. Где-то, сука, с севера востока, смотри, охуенно ждет. Ну я тут лежу по этому, прям как жук, нахуй. Да, я тебя уже не контролю, блядь. Принял. Да, мне прицельчик, конечно, не хватает, зря отдал я его. Опа, бегает центральная. Пытаются выйти, сука, не могут, я их проебываю. Повтори, что ты говорил? Пытаются выйти из центральных, я их прохуяриваю, бегают там, нервничают. Понял. Да, слышу тебя. Враг пытается выйти из центральных ворот, Фредди. Саныч их держит. Меня спалили. Саныч, блядь, кошмарят, пиздец. Высунуться не дают. Держись. Значит, подавляет нас, и идут к самолету, скорее всего. Дымят центральный, слышь, я попробую к самолету поближе подбежать к бункеру. Машина едет. Самолету.